Самая обсуждаемая тема в Центральной России – это погода. Как и предупреждали метеорологи, на Москву и окрестные регионы обрушилась метель. Стихия несет с собой обильные снегопады. Продолжает действовать оранжевый предпоследний уровень опасности погоды. Наши съемочные группы работают на столичных улицах. Вот-вот мы увидим самые свежие кадры. Кроме того, узнаем у нашего дежурного синоптика, чего ждать от стихии в ближайшие часы и дни. С Ларисой Дрожжиной поговорим через пару минут. А пока на прямой связи мой коллега Дмитрий Рунков. Дмитрий, добрый вечер. Вы проехались по Москве. Какова ситуация к этой минуте? Приход непогоды заметен? Я могу сказать, что удар по столице стихия нанесла стремительно. Еще буквально час назад было безветренно и ни намека на снег. Сейчас же метель засыпает дороги, резко ухудшилась видимость, автомобили скользят по тонкому слою льду. Постепенно карта Москвы начинает краснеть, заторы наблюдаются повсеместно, в основном в центре и на главных магистралях, а пешеходов буквально сносит резкими порывами ледяного ветра. Это тяжелая дорога, тяжело ездить. Заносят машину, все буксуют, стоят автобусы особенно, не дают проехать, заторы уже появляются. Сейчас новичкам, наверное, лучше не садиться за руль, потому что, безусловно, машину заносит, видно лед на дороге, но нужно быть аккуратными. МЧС сегодня уже обратилась к автомобилистам с просьбой возвращаться с работы домой не на личных машинах, а воспользоваться общественным транспортом. Так, метрополитен уже принял первую волну пассажиров, укрывшихся от непогоды. Весь день к удару стихии готовились и воздушные гавани Москвы. Так, на данный момент по предварительной информации задержано порядка 80 рейсов. Некоторые из них были даже отменены. Сейчас прилетели из Праги в Москву, а сами мы живем в Перми. И из-за метеоусловий у нас на 2 часа рейс перенесли попозже. В основном сейчас отменяют рейсы в западном направлении, это Беларусь, а также Европа. Авиакомпания продолжает ежеминутный мониторинг летной обстановки. Ну а то, что ждать ухудшения погоды стоит, могу сказать по себе буквально за несколько минут, что мы здесь находимся. Ветер усилился и уже больше напоминает штормовой. Да, спасибо, Дмитрий Рунков, о ситуации на московских улицах в эти минуты.